Здравствуйте, любители баскетбола, дамы и господа, леди и джентльмены, сегодня мы с вами поиграем в баскетбол, логично, да? Но, как видите, на необычном персонаже, не на центре. Честно говоря, я выполняю этот ивент, и я устал. Устал от того, что постоянно играю на одном и том же центровом, и хочется разнообразия. Так что, видите, иногда начинаю поигрывать на СГ. Ну, СГ это, конечно, здорово. Так, сейчас нам трёху налью, да? Нет, да, нет. Ой, я так долго прыгал. Я даже не заметил, что я в заслон уперся. Понимаю. Ой, какой я пас дал. Так, надо запомнить, что... Так, три, открытый. Отлично, отлично. Самое главное не забывать, что... Самое главное играть в защите, вот что не забывать, блядь. Братан, страхуй. Страхуй. В защите я, конечно, на СГ вообще не научился играть, если честно. Вот на нападении еще играю хорошо, а в защите не... Ага, пас дал. Пас. Обыграла, молодец, подруга. Какая треха. Две трехи. А мы хороши. Сос, как говорил я, играю в защите. В защите я хуёво играю, поэтому... Так, пацан разворачивается и забивает. Походу, это будет игра трехочковых, да? Что-то мне подсказывает. Блин, на самом деле, я что-то ему пассажир даю. Что творит эта маленькая сучка? Какой разворот. Блять, бесит меня эти миньеты. Чуть не назвал переводы миньетами, понимаю. Бесит меня это пяти переводы, конечно. Так, откроемся в центр, пойдем. Блять, это дабл Д было вообще-то. О, wide open, какой ассист. Да, знаю, умеем, практикуем. А в защите, правда, не умеем играть. Но это совсем другое. Вот и опоздал, я же рядышком была. Я же маленькая синенькая красотка, которая была рядышком. Полёпан. Кто здесь умничка? Кто здесь снайпер? Кто здесь 9 очков из 15? Понимаю. Блять, мне только кнопку нажал. Я так редко пользовался. Так, центровой, это твой блок, кстати. Ты чё ко мне побежала, маленькая СГшка? Центровой, хочешь сам что-то замутить? Ты сама бросила? Так, видите, я умею прыгать, я научилась, я молодец. Допрыгнула, потому что я кто? Я фри-пойнт шутер. Да, вот я говорю, я на этом, на СГ я просто развлекаюсь. Знаете, на центровом я привыкаю к тому, что я саппор 100% и не забиваю, да? Потому что играю чисто на защиту. А на СГ я привыкаю к тому, что я могу забивать. Так. О, центровой не успел. Ну, далеко стоял на самом деле, но ничего страшного. А еще я практически никогда не ругаюсь на игроков. Так, между собой играет, пускай мы не против. Да, блядь, пас ты дай, подруга. Ладно, я, наверное, ей немножко виноват, потому что я мог пойти на подбор и подобрать мяч, упав вниз. Ну, блин, ну под... Друг, блядь, ты у вас трёхи забивал, кому ты пасы-то даешь, друг, а? А, бля, трахуй, брат. Так, центровой, конечно, у нас. Не страхует почему-то. Почему не страхует, центровой, не знаю. Pass it to me, ну давай мне пас. А что, вдвоем только играть, что ли, или что? Ну ладно, мы будем терпилами. Все-таки 9 очков, это не хухры-мухры, или сколько мы там забили.
10 очков это... Ой, 9 очков это не мыло по тазику гонять. Так не достану. Какой я пас отдала, да? Да. О, да. Да. А, 12 очков, извините. Вообще, на этом персонаже, заметил, можно абсолютно каждое очко забивать. Просто вот ты можешь стоять и херачить без остановки. Просто поливать. Чем центровой мяч выводит, блядь? Это вот из того... Это из того вот... Иди забивайте, пас дал, блядь, камон. Камон был пас, это стоит центровой на трёхе. Ну вы поняли, да? Поняли, с кем я играю, да? Ну, брат, брат, он просто в тебя прыгает, центровой. Что ты там качаешь, что ты его накрыть не можешь? Что за люди-то, а? С кем я вообще играю, а? Блядь, не допрыгнул, был близок. Да вы понимаете, да, какие игры у меня на этом прекрасном маленьком СГ? Блять, я блоки ставлю, ты не можешь блок поставить на раз, блядь. Чей мяч-то? А, наш. А, долбоёб. From downtown. Вот и так играем. 15 очков за игру. Ребята пасы. Ну, я на самом деле понимаю ребята, когда они пасы не дают. Да, на самом деле я понимаю, почему они не дают. Когда ты вот так вот играешь один на один, без шансов, и ты... Ну, когда ты такой СГ, как у меня, ты, скорее всего, будешь думать о том, чтобы... О том, чтобы забить, чем пас дать, да. Может быть, обижаются ребята. Может быть, еще что-то, кто знает. Может быть, нет. Ну, лично я бы обижался, наверное. Да. В общем, вот так вот мы играем. 4 ассиста, 15 очков, 1 блок, 4 лузбола подобрал. Да. Понимаю. Так играем. Собственно, контраст. Сейчас против нас будет играть СГ. Стоп, 2000. Ну, 2000, знаете, не так уж и много. Блин, Мамба, кстати, знакомый ник. Походу, я с ним то ли в команде играл в одной, то ли еще что, не знаю. Ну, короче, контраст сейчас будет, где играющий СГ херенный, который, уверен, трехи будет кидать. Угу. И за которым придется бегать. Надеюсь, не мне. Надеюсь, не мне бегать. Ну, вот видите, ребята столкнулись, знаете, с кем? С маленькими игроками, которые накрывают. И сейчас мы увидим, как ребята, если не будут играть в команду, ну или как минимум не будут забивать трехи, да, стараться. Вот, против СФ не стоит этого играть. Ну ладно, бросим, молодец. Молодец. Вот она должна это была делать в каждой игре, о, каждый раз в прошлой игре. Но она этого почему-то не делала. Подбирай. Короче, они обиделись. Обиделись, смотрите, пасы не дают. Он дает пас в одну сторону. Два брата. Два брата обиженных акробат. Ставлю, что мы проиграем. Знаете почему? О, не, мы не поиграем, пока мяч будет мне. О, он думал, что я на трех выйду. Блядь, о, должен промазать. Блять, ну брат, ну ты что промазал? Брат центровой, мажешь такие броски. Че, пересрался что ли, или что? Так. Еще нужно запомнить на этом персонаже, что у меня есть ноумарк. Кстати, вот не понимаю, вот в этой игре, знаете что? Не поминаю в этой игре ноумарки. Вообще не понимаю. Типа... бля-бля-бля-бля-бля. Ноумарки в этой игре очень странные. Очень странные ноумарки в этой игре. Один из угла забил так. Блин, понять, кто из них кто на самом деле. Потому что ники почему-то... Блин, у меня хп нет, прикиньте.
А, точнее, не хп, у меня это... Стамин не восстановился, мне пришлось сразу отдать. Ну, центровой молодец, что я могу сказать. Сука. Мяч пытается перехватить. Молодцы. Пускай перехватывают дальше. Я же не жмот СГ. Я, если меня жопу припекает, если меня хорошо. А, блядь, не угадал, кстати, разворот. О-о-о. Трава один остался на трёх, и неужели ты бросишь, бля? Иди пью нахуй. Меня шатает защите. Зачем центровой бросил трёх, скажите мне? Витя, кстати, меня СГ нормально держит, он знает, что я буду делать. Блять, и СФ подбирает, смотрите. Молодец. СГ молодец вообще. О, блядь, да верни ему, верни, я так делаю. Вот то, о чем я говорил. То, о чем я говорил. Пацан включился. Просто как никогда. Центровой, давай бомби, мы верим тебе. Сука, как так-то? Как он меня ловит на этой хуйне-то? Вообще просто извините меня, пипец. Он меня просто ловит на... Так палевно, на самом деле, походу, вот вся эта херня. Сразу видно задрот, сразу видно задрот. Давай, может, ты отыграешь его нормально. Окей, буду так тогда, чё, какая разница? Какая разница, буду из-под кольца забивать, не даешь мне три забить, буду забивать из-под кольца. Nice defense, правда, сука. Правда, это нихуя не nice defense. Эх, какой nice defense, если он не забил. Кстати, вначале он не забивал такое. Вообще не забивал. Забивай, брат. О-о-о. Вот эти центровые вот эти меня немножко бесят. Они так долго разворачиваются. Вот этот разворот, полчаса, вот пока развернется. Заметили, да? Ни одной трехи нет в этой игре у меня. Зачем ты бросил, дура? Блять, я мечи подбираю, понимаю. Я, сука, даже на СГ в играх мечи подбираю. Ай, рано про... Ладно, я не знаю, на самом деле, что этот персонаж мой сделал, бля. Вообще не представляю, что он сделал. Блять, он знал, что я сделал. Он знал. Он специально туда отошел. Жизнь боль играть за дротами. Жизнь боль. Буду играть. Ten seconds left. Так, я туда не пойду. Нет. Опа. Нормально. СГ, который за всю игру ни одной трехи не закрыл. Понимаю, блядь. Это я понимаю. Понимаете? Я не понимаю. Давай, брат центровой, я верю в тебя. Ты красавчик, ты лучший. А зачем я упал? Я, кстати, очень часто путаю кнопки в этой игре. А вы путаете в этой игре кнопки? А я путаю. Ну, в общем, как-то так мои игры проходят. Кстати, это первая игра на СГ, где меня немножко покатали. Где я делал не то, что хочу, а где я занимался всякой херней. Так что, как видите, игры бывают разные. От того, что там крутишься, вертишься как хочешь, до вот таких вот странных игр.
Я понял, что я новичок. Я везде новичок, но, блядь, здесь вообще был пиздец. Ладно, все так.